Друзья, всем большой привет! Добро пожаловать в новый влог. Сегодня пятница. Как вы можете видеть, в Питере даже выглянуло солнце. Холодно, правда, но солнце. А сегодня я решила совместить приятное с полезным и поеду снимать вместе с мужем очень интересное видео. Мы решили снять такую пародию на очень такой популярный формат GQ Couple Quiz. Я подумала, что это будет прикольно сделать в преддверии 14 февраля. Выпущу как раз на канале 14 февраля это видео. Мы прям подготовились, мы взяли планшеты, написали вопросы друг другу. В общем, будет очень интересное видео. Я не знаю, оно вышло уже на канале или еще нет. В общем, я надеюсь, вам понравилось или вы его ждете и посмотрите. Меня пригласили пожить в отеле Калейдоскоп. Это такой приятный апарт-отель у нас в Петербурге. Он находится в самых таких туристических точках в центре города. Это Адмиралтейская, Невский проспект, Рубинштейна. В общем, они много где есть. Вот, и я решила совместить приятное с полезным. Мы сейчас с Сашей туда заселимся на денек, снимем видео, вот, и завтра мы сходим позавтракать в интересное местечко, потом заглянем на выставку, ну и потом у меня чистка лица. Вот такие вот планы. Думала, поеду на машине, но машин свободных рядом не оказалось, там снег, у меня тяжелые сумки, поэтому жду такси и поедем с вами. Сделала себе макияж уже как бы к съемке, но глаза накрашу уже там в отеле, чтобы не тратить сейчас время, вот, сделаю какой-нибудь такой розовый макияж с новой палеткой к 14 февраля. В общем, хочется чего-то такого блестящего, красивого. Вечером закажем роллы, будем смотреть новую серию сериала Last of Us, новый такой сериал. Триллер зомби-апокалипсис по игре знаменитой. Вот сейчас HBO снял этот сериал. Куча просто поклонников игры по всему миру смотрят. Вот мы тоже смотрим. Первые две серии нам очень зашли. Вот. Вижу, что уже подъезжает машина, поэтому встретимся с вами в отеле. Проведу вам экскурсию. Короче, начинаются приятные выходные. И добро пожаловать в новый влог. Надеюсь, у вас прекрасное настроение. Ну или, по крайней мере, оно поднимется после просмотра этого влога. Отеле, в номере. Пока я ехала, блин, попался водитель, меня дико укачало, он очень резко тормозил. Я сейчас просто прихожу в себя, вот, немного подышала воздухом, вот, так что пока жду Сашу, отдохну, спокойно накрашу глаза, попью водички, перекушу, вот, ну а пока покажу вам номер, мне очень нравится, очень красивый, просторный. Сейчас будет рум-тур. Сейчас я вам покажу входную дверь. Такая она с зеркалом в полный рост. Очень удобно. Мне очень не нравится, когда в отелях нет зеркала в полный рост. А чаще всего почему-то именно так и бывает. Вот здесь очень удобно. В полный рост есть зеркало. Здесь справа кухня сразу идет. То есть это такой отельчик, да, в стиле апартаментов. Здесь сразу мини-кухня. Очень удобно. Сейчас посмотрим с вами, что внутри. Ой, даже микроволновка есть. Офигенно. Холодильник. Значит, там даже вино стоит, собственно, мини-бар. Здесь кофемашина, чайник, бокалы, раковина. Тут даже есть фильтрованная вода. Я вот уже тут пью, потому что меня укачало. И прикиньте, походу даже вытяжка есть. Обалдеть, не ожидала. И здесь еще посуда. Чашечки, тарелочки, все очень симпатичное. Кстати, сейчас заметила, еще тут есть кондиционер. И давайте, собственно, посмотрим сам номер. Тут у нас шкаф. Очень красивый. Очень люблю такие ручки. Здесь вот такая вот еще дополнительная вешалочка. Сразу сюда повешу свой шарф. Так, что у нас в шкафчике? Давайте посмотрим. Шкаф уже убрала свою дубленку. Здесь есть и утюг, и даже липучка для одежды. А, это кажется... Представляете, это сушилки для обуви. Офигеть, я впервые вижу такое вообще в отеле. Сейф. Кажется, это дополнительная одеялка. В общем, такой вот шкафчик. Мне нравится.
Очень симпатичный номер, очень приятные цвета. Все такое новенькое, свеженькое, очень красиво. Так вот комната выглядит с этой стороны. Сейчас еще с вами зайдем в ванную обязательно. И еще красивый вид из окна. Там, правда, стоит скорая помощь. Две машины, но это вообще прям центр Адмиралтейской. А вот там слева находится Адмиралтейство, и это Гороховая улица. Я не уверена, но, возможно, это реально Яндекс. Станция. Обалдеть. Обалдеть. Я впервые такое вижу, чтобы в номере была Яндекс-станция Алис. Я вообще ни разу с ней не взаимодействовала. Давайте еще посмотрим с вами ванную. Очень интересно. Вау. Мне нравится. Я не ожидала, что она будет такой просторной. Такое зеркало огромное. Офигенная ванная. Очень стильно. Так, как включить этот светильничек? Очень красиво, мне нравится. Мыло для рук и лосьон. Возможно, тоже для рук. Rituals — это дорогой бренд. Так что очень приятно, что здесь поставлено что-то такое приятненькое. Сейчас буду мыть руки, понюхаем, что за аромат. И душевая кабина тоже очень клевая. Здесь тоже Rituals. Ну, прям красиво, мне нравится. Собственно, вот такой вот обзорщик номера. Напоминаю, что это отель называется Калейдоскоп. Конкретно наш отель называется Калейдоскоп Голд. Он находится на Гороховой. Оставлю обязательно ссылку на отель в описании. Также они есть на Букинге. У них, по-моему, средний рейтинг 9,5. Ну, то есть, прям круто, мне нравится. Если вы приедете в Петербург, смело можете сюда приезжать. Очень достойный номер. Потихоньку буду собираться, краситься, немножечко передохну, разденусь. Я, кстати, взяла с собой пижаму. Жду Сашу, он уже скоро приедет, и будем снимать наше видео. Я вам уже как-то говорила, что я сразу разбираю вещи, как приезжаю в какой-либо отель, поэтому покажу вам быстренько, что взяла с собой. Здесь кисточки в новой косметичке, еще одна новая косметичка. Моя любимая пижама, разумеется, для того, чтобы было комфортно есть роллы вечером. Микрофон от камеры вот такой. Так, здесь, кстати, я думаю сейчас перекусить. Я взяла из дома умирающие бананы и творог, потому что вечером я буду роллы, а я, напоминаю, худею. Поэтому соблюдаем как бы баланс. Так что сейчас буду есть вот это. Разумеется, еще одна моя большущая косметичка. Ну и тут всякое по мелочи. Конечно же, зарядка для телефона. Собственно, вот такой вот небольшой анпакинг. Иду встречать Сашу. И на обратном пути еще вам покажу отель Хоуп, потому что очень хотела заселиться, не успела его снять. Там тоже очень красиво. Приехала нам доставка Jill's. Сейчас вам покажу, что внутри. Взяли всякие вкусности. Первый раз заказываем доставку. Оттуда обычно я хожу в само кафе. Саша тут себе взял острый суп кимчи, как обычно. Это его любимый. А, так, одни роллы. Так, здесь у нас креветки в темпуре. Такая прям маленькая порция. Здесь роллы с тунцом и тофу. Здесь очень такие прикольные роллы. Сверху картофель фри. Лосось, крабовые палочки, халапеньо. И здесь, или вот этот с тунцом, уголь, сливочная карамель, тобика. Вот. Как-то как будто еды мало. Но Саша взял еще суп. Вот. Ребята, всем доброе утро. Мы уже сдали номер и сейчас выдвигаемся завтракать. Сейчас вам покажу, какое мы место интересно нашли рядом с отелем. На самом деле место открылось у нас летом. Много кто из блогеров его продвигали, так скажем, рекомендовали. Вот сейчас посмотрим, стоит оно этого или нет. Место называется Сон. Идем туда завтракать. Вот сейчас все посмотрим. То есть ноутбук у меня такой же, как вчера, как я приехала. Потому что его как бы никто не видел, кроме Васи, поэтому я в том же самом. Вот, в общем, выдвигаемся на завтрак.
погодка максимально для казаков и для прогулки. В этом университете, кстати, я могла учиться. Я туда подавала документы и прошла с какими-то там дополнительными бонусами. Это дизайна и... технологического дизайна, да, как это так называется? Вот. И вот мы уже дошли. Вот там вот, вот там вот вход в ресторан. Саша говорит, что он вот понимает, что breakfast all day. Вот это вот, да. Да? Да, особенно после Москвы. Пришли мы, значит, а нас никто не встречает. Вообще никого нет. Нас вообще никто не встретил. Мы сами повесили куртки. Хотя тут огромный гардероб. А потом все-таки вышел кто-то и предложил девушке повесить все-таки вещи на вешалку. Но мы сами за собой ухаживали. Друзья, пока мы ждем наш завтрак, хотела записать отзыв на отель, где мы останавливались, Калейдоскоп. Тут, как обычно, шумно, громко, но я надеюсь, вы меня слышите. Нам очень понравилось. На самом деле, мы оба оцениваем этот отель выше, чем P17, где мы жили в Москве на Петровке. Нам показалось, что их очень даже можно сравнивать, потому что это, в принципе, оба такие апарт-отеля два, оба маленькие, оба компактные, и очень похожа ценовая категория, и также похожи номера. Что нам понравилось? Во-первых, нам очень понравилось очень уютный, светлый, большой номер, ну, как большой. Там помещается и кухня, и шкаф, и ванная. Очень понравилось. Мне очень понравилась ванная, даже больше, чем реально в Москве. Она была свежее, просторнее, ремонт хороший, в общем, очень круто. И средства классные были. Были классные средства, Rituals, хороший бренд зарубежный. Вот. А в Москве был какой-то странный вообще набор. Пиццу не заказывали. Разливаю чай или постоишь чуть-чуть? Принесли завтрак. Очень красиво выглядит авокадо-тост. Надеюсь, он такой же вкусный, как он красиво выглядит. Я не понимаю, по твоему лицу, ты доволен или нет? Хочу быстро закончить про отель. Нам очень понравилось. Мне очень понравилось, что в номере есть микроволновка. Это супер удобно. Мы когда жили в Москве, мы постоянно что-то заказывали поесть и заставляли мальчика на ресепшене бегать нам греть еду, потому что не было другой возможности погреть. Так что это огромный плюс. Очень классно. Так что прям огромный рекомендацион. Очень хороший, чистый, свежий отель. И при желании там можно еще и позавтракать. Но мы решили позавтракать в ресторане, в который давно хотели сходить. Так что вот такой вот отзыв, прям супер, мне очень понравилось. Давай, рассказывай. Да ты потом выбежишь все равно. Нет. Ну что? Отзыв можно? Ну, давай. Ну, короче, неоднозначное ощущение. Мы хорошо сходили, приятный завтрак, нежный, вкусный москвичий кейк. Вообще вопросов нет. Кристина, офигенный тост с пашотом, с голландезом. Лишница моя была, ну, супер посредственная, ничего такого. О. Вот, при этом обслуживание какое-то странное. Подожди. Вот такой, короче, прикол. Это третий заход, короче, персонала через зал с коробками. Ну, как бы ничего такого, но ну, как-то странно, да? Ну, то есть, почему ну да, это, скорее всего, какой-то грузчик, а он несет какие-то немытые продукты. И он идет как бы через весь зал, через все столы. Не вот там, да, потихоньку, а прям спокойно через весь зал, через еду. Нет, понятно, что, наверное, у них нет места подъезда другого, типа у них нет черного, видимо, хода или еще что-то. Ну, значит, как-то, не знаю, наверное, в какую-то красивую... Что ты их оправдываешь? Нет, ну, это странно. В какую-то красивую коробку надо убрать, ну, чтобы это не... Короче, чтобы ну, да. гости не сидели и да. не смотрели, как идут грязные коробки. Причем это уже третий, реально, третий заход с коробками. Так что странно. Обслуживание такое, вроде...
вроде оно есть, а вроде его нет. Ну, какое-то такое легкое посредственность, короче, да? Да. При этом интерьер офигенный. Ну да. Единственное, мы не поняли, мы сидим за столом, и мне неудобно, я сижу на углу, а если я сяду вот сюда, то здесь как бы вот такой вот проем, и он как бы еще и не очень чистый, то есть очень странно. Если сяду к Саше, ему тоже будет мало места, ему придется пересаживаться туда. Опять этот проем, но это, ну, прям неудобно как-то. И так такие столы здесь везде, но это я, наверное, уже цепляюсь прям максимально, да. Да, интерьер. Да. Стиль. В общем, как-то так. Нам не зашло. Все было вкусно, но сервис, его просто не было. Просто вот. Еще у нас проблема. Мы сегодня собирались идти в Манеж на выставку. Я просто знала, что там какая-то выставка русского искусства есть. Но я не уточняла, потому что у нас был свободный график, мы не покупали билеты. Оказалось, что сегодня он не работает, а у меня в 5 часов чистка лица. И мы ничего не придумали, чем мы можем заняться еще целых 4,5 часа в городе. Поэтому мы просто сейчас возьмем машину, поедем домой, посидим дома и поедем обратно на чистку. Это очень тупо, но у нас нет других вариантов, если честно. Мы хотели перенести на завтра нету, к сожалению, времени. Есть только в четверг или в пятницу, а сегодня как бы суббота, очень долго придется ждать. У нас поменялись планы. Мы сейчас пойдем на Петровскую миниатюру, как называется? Музей-макет. Петровская акватория. Я здесь была как-то очень-очень давно. Мы решили потратить здесь наше время. Саша здесь ни разу не был, поэтому иду с ним за компанию. Там, в общем, макеты нашего Петербурга в разные времена, в разные исторические эпохи. Я помню, что было прикольно. Там прям маленькие какие-то сценки, паровозики, пароходики. Интересно. Ну, в общем, идем туда, а дальше решим. Но времени у нас, конечно, еще уйма до 5 вечера. Все, вставай. Где пиво? Ну, иди. Заходи. Заходи, заходи. Это один из наших любимых парков Ломоносов. Ну, вообще он называется Раннинбаум. Мы вот гуляли летом по этим лабиринтам. Дворец отреставрирован недавно, мы туда еще не добрались. Прикольно. Thank you.
Значит, мы сидим в Аппетит. Это какой-то кейк с лимонной апельсиновой глазурью, булочка с грушей и очень вкусный, называется дедушкин чай с лавандой. Просто обалдеть. И вот такой вот у нас вид. Очень давно хотела в эту кофейню, просто она очень крохотная. И здесь очень мало места, но сегодня нам улыбнулась удача. Это находится прямо на Невском, я оставлю в описании все координаты. Решили прокатиться на лифте. Ой, а он обычный. Обычный. Я думала, он будет панорамный. Извиняюсь за звук аварийки. Жду Сашу, он сейчас сходит за нашими вещами, мы взяли машину. И поедем уже к косметологу, хотя сейчас 15:50, у меня косметолог как бы через час, но вариантов уже других нет. Мы как могли скоротали время, сходили на макет. Кстати, нам понравилось, очень было необычно, забавно, интересно. И только, не только детям как бы совет туда сходить, прям прикольно. Вот, и также были в кофейне Аппетит на Невском. Очень необычная кофейня, она в здании, в таком французском здании, там французская школа и, по-моему, также французское посольство. Мало кто знает об этой кофейне, но там все до битком, она маленькая. Очень советую, там и вкусный, интерьер классный, правда, очень маленькая, но все равно здорово. Так что вот такой вот день, жду Сашу, пойду на чистку, обязательно вам сниму. Не знаю, не факт, что сниму процесс чистки, но до-после сниму обязательно, вот. Пожелайте мне удачи. Друзья, всем привет! Это следующий день, сегодня 5 февраля. У нас опять солнце, сейчас пойдем гулять. Хотела поделиться впечатлениями по поводу моей чистки. В общем, мне сделали вчера механическую чистку. То есть, мне сначала подготовили лицо, потом прокалывали такой тонкой иглой мои воспаления, выдавливали их и в конце нанесли маску. То есть, в общем, мы избавились от таких застойных воспалений, которые уже по-другому никак не убирались. Я уже несколько месяцев и кислотами пользовалась, это не помогало. Так что у меня как бы на камере еще более-менее прилично выглядит. Вот это вот мое самое красивое, да? Было больно, конечно, но я ожидала на самом деле худшего. То есть, в принципе, процедура прошла быстро. Все вместе заняло это где-то час, но вот сами вот эти ковыряния где-то прошли за минут 15-20. Вот. И, в принципе, было больно, конечно, но вот когда она уже пошла к моим черным точкам, где-то в области вот здесь под глазами и нос, тогда у меня вообще прям слезы потекли. Я уже даже глаза не открывала, я просто так лежала, морщилась, и у меня все текло из глаз. Вот. На сегодня у нас планы немножечко пошопиться. Мне Саша с утра после завтрака включил под чай просто шопинг-влог Рогова. Я что-то вдохновилась, захотела сейчас пойти в этот резерв, потому что оттуда было очень много классных вещей. Правда, шопинг-влог был двухмесячной давности, но все-таки вдруг я что-то интересное там найду. Вот, также сегодня приехал мой заказ на примерку с La Mode. Сейчас пойду все примерять, очень интересные там вещички разные. Хочу зайти в Иконику посмотреть. Намазалась я SPF-ом, пойдем сейчас на улицу. Немножечко всякого. Покажу вам свой лук. Супер удобный. Если что, кардиган Студия 29. А, лосины просто Nike. Просто Уги. И сумка Иконика. Повязка Жукни. И пуховик and other stories. Собственно, буду сейчас все примерять. Первый лот такая вот кепка. Класс, мне нравится. Но унисекс. Я как раз нет темной кепки, только бежевая. Взяла примерить пиджак бренда Топ Топ. Незнакома с их продукцией. Вот. И он визуально выглядит хорошо, но он на самом деле мягкий. Сейчас я вам покажу. Вот такой вот он из ткани. То есть, в принципе, это неплохой пиджак, но его не наденешь ни на свитер. Он не будет держать форму, да?
Его не наденешь на худи, то есть это просто мягенький пиджак. Мне кажется, такие пиджаки только мужчинам подходят. Короче, для меня это мимо абсолютно. Следующий пиджак взяла бренд Tumut. Вот, он мне понравился. Он стоит в 2 раза дороже, чем топ-топ. И он такой специально с оверсайз плечами, но при этом он не огромный. Мне хорошо по длине рукава, то есть мне нравится. Саша почему-то не зашел он, а мне прям нравится. Очень из хорошей ткани сделан. Такой он прям плотный, хороший, очень качественно сделан. Мне нравится. Очень классный пиджак. Не знаю, как, просто очень невыигрышный низ сейчас, да? Но пиджак мне очень нравится. Это размер XS. Возможно, потом еще закажу S примерить. Взяла только один, просто на качество посмотреть. Мне нравится. Классный. Сейчас я вам покажу вещь, которую я изначально даже мерить не хотела, потому что она выглядит очень странно. Но вот здесь сейчас появится фотография, как выглядит на сайте. Очень красиво. Просто безумно. Я решила померить, заказать, потому что отзывы были странные. В общем, показываю. Собственно, вот как это выглядит. Это очень странный кардиган. Он очень длинный. При этом здесь какая-то шнуровка заканчивается, то есть выше пупа. При этом я ожидала, что будет сидеть хуже. Я не знаю, с чем это носить. Вниз должен быть какой-то облегающий. С другой стороны, с джинсами должно быть неплохо. В общем, неплохо, но дороговато. Стоит 5000. Я бы за такое дала 3500. Я бы, в принципе, может быть, купила, поэкспериментировать. Вот. Потому что как будто на мне выглядит неплохо. Но за 5000 что-то не хочется такое себе. Но необычно. Это, кстати, манго. Следующее платье бренда Top Top. Давно на него смотрю, оно очень эффектно выглядит. Но что-то на мне не нравится. Какой-то деревня какая-то, я не знаю почему. Ну и здесь мне в районе груди все большое, хотя это самый маленький размер. Вот. Но качество, если вы захотите заказать, сделано очень хорошо, качество хорошее, мне понравилось. Вот. Я взяла 2 платья похожих, потому что я не знала, чем отличаются они на сайте. Оказывается, здесь принт горох, а вот здесь это маленькие сердечки. На других мне нравится, на сайте тоже красиво, но здесь вот велико. Вот. Я очень рада, потому что я нашла себе платье на день рождения. И я в конце скажу, сколько оно стоит. Потому что вы будете в шоке. Итак, друзья. Конечно, я тут в лосинах. Тут будет немного поменьше объема. Я еще планирую немного похудеть. Но даже в целом, в той форме, в которой сейчас нахожусь, оно супер комплиментарно на мне сидит. Очень красиво. Здесь вот такой вырез. Его можно, наверное, затягивать, растягивать. Тут немного торчат лосины. Вот. Такое вот оно красивое. Немного асимметричное. Не могу вам сейчас нормально показать. Тут, кстати, вырез небольшой. Знаете, сколько оно стоит? Это Love Republic, распродажа, 999 рублей. 999 рублей. Обалденное. Я его оберу, это будет мое платье на день рождения. Показываю вам еще раз платье. Да, с угами и с лосинами, конечно, красиво. Еще оно очень красиво при ходьбе развивается. В общем, я в восторге. Последнее, что примерю, это сапоги манго, казаки, очень красивые, натуральные замши, вообще офигенные. Короче, девчонки, просто офигенные казаки. У меня, к сожалению, отсюда вываливается пятка, она достаточно широкая здесь, у меня прям ходит там нога. Я думаю, из-за этого будет не очень удобно потом не ходить, но казаки выполнены очень круто. Все очень качественное. Очень приятная натуральная замша, прям тончайшая. И она внутри, и снаружи. В общем, офигенные казаки. Поэтому, если будете покупать, то прям советую. Крутые, но, к сожалению, не подошли. Это тоже манго. А, и хочу вам сказать, что они идут размер в размер. Это 36. Но, к сожалению, пятка здесь прям большая. Сапоги. Очень давно хотела именно сапоги.
Но представляете, они мне большие, хотя 36 размер. Вот, посмотрим, может быть, закажу 35-й, примерю 35-й. Вот, но они очень красивые.